С ноября этого года в Кишиневе приступили к обновлению освещения над пешеходными переходами. Благодаря современным технологиям светодиодные лампы в темное время суток будут создавать своеобразные световые коридоры. По словам сотрудника предприятия «Лумтех», от новых ламп будет светло как днем, что заметно сократит число несчастных случаев. Вместе с полицией выбираем самые аварийные участки. Из информации полиции, из нашей информации мы знаем, где самые аварийно опасные участки. И вот, исходя в первую очередь, будем там делать. На данный момент новые фонари уже были установлены на следующих улицах. Мирчичел Батрын на Чеканах, проспект Дача на Ботанике и Московский проспект на Рыжкановке. Однако в столице существуют и такие улицы, где вообще нет освещения. Каля Мошелор, Каля Ешелор, Мунчерская. И это далеко не полный список. Вот, например, одна из них. С учетом дорожного трафика для обеспечения безопасности пешеходов в муниципе Кишинев будет установлено освещение даже там, где оно на данный момент отсутствует, чтобы обеспечить максимальную видимость на этих участках. А особое внимание будет уделено самым опасным переходам, самым оживленным движением. Потом перейдем к остальным пешеходным переходам. Хотим напомнить, что участниками дорожного движения являются не только водители, но и пешеходы. Вторые нередко забывают о том, что машину невозможно остановить за мгновение. Таким образом, Национальный инспекторат патрулирования рекомендует пешеходам во время перехода проезжей части в темное время суток по возможности быть одетыми в светлую одежду, чтобы водители могли заметить вас издалека. В прошлом году мы запустили видео, в котором говорится о том, что пешеходы могут использовать мобильный телефон в качестве фонарика, когда переходят дорогу, для привлечения внимания водителей. В то же время Национальный инспекторат патрулирования рекомендует водителям авто быть внимательными на дорогах, особенно в тех зонах, где много пешеходных переходов и мало освещения. В рамках проекта, который обойдется в 2 миллиона леев, светодиодными лампами будет освещено около 300 пешеходных переходов.